все-таки, наверное, 3-0 с Локомотивом — это главный нонсенс полуфинала. Думаю, для многих да. Но для нас мы просто выходили и бились каждый матч. То есть, даже если посмотреть, там 55 заблокированных бросков было. И то есть для нас это как-то не прямо что сенсация. Просто мне кажется, что вы вот сами не ожидали, что, ну, по сути, главного фаворита удастся выбить вот в трех матчах и самим ни разу не проиграть. Возможно, да. То есть рассчитывали подольше будет серия. Тебе самому какой матч больше всего запомнился, понравился? Наверное, третий, потому что была домашняя игра, весь стадион был забит, и еще и победный гол. Так что я думаю, третий. А почувствовал другую атмосферу? Где-то накал страстей уже больше, да и давление, вот особенно учитывая, что болельщиков намного больше. Да, на самом деле так, что нет. Наоборот, было приятно играть в такую атмосферу. А так особо нет, ничего не поменялось. Выходил, играл. Так получается, что ты забил последнюю шайбу в первой игре и решающую последнюю в серии. Да, приятно очень. То есть, особенно вот, которая последняя, победная. Может, во время игры как-то не осознавал, но после игры уже вышел, как-то осознал, был, конечно, приятно удивлен. А вот когда ты так уверенно обыгрываешь, ну, как я уже говорил, по сути, фаворита, а нет ли здесь уже вот какой-то излишней уверенности? Да нет, на самом деле просто команда начинает по-другому раздевалка жить, то есть все более сплоченные становятся, и все понимают уже именно эту цель, что мы действительно что-то можем, и мы идем к ней. То есть команда более сплоченной становится после таких матчей. Такой, может быть, немного провокационный вопрос. Перед сезоном, на старте сезона, предчувствовал, ожидал ли, что вы окажетесь в финале и будете биться за кубок? Ну, если честно говоря, то нет. На самом деле у нас стояла задача пройти 2 раунда. Мы всегда останавливались на втором, не могли завоевать эти медальки, а в этом году смогли, то есть, и прошли даже дальше, то есть, нет предела совершенства, то есть, вот так вот как-то. А еще, наверное, немного стало неожиданностью, что в финале 2 команды Востока, или на это не особо обращали внимание? Да, на самом деле, вот, даже Кубок Вызова показал, что Восток в этом году переломил ход серии, и сейчас вот финал тоже показывает. То есть, я думаю, я надеюсь даже, что в дальнейшем это будет, этот год будет переломный, и Восток будет больше выигрывать. Насколько вообще следил за полуфиналом другой серии, и вот насколько тебе вообще знакомы омские ястребы? Я, так сказать, не следил особо, вот только последнюю игру их смотрел. А с омскими ястребами 2 года играл против них, то есть знаю, что за команда быстрая, атакующая. Приятно с ними играть. Учитывая, что финал, может быть, уже хоккей будет не такой задорный, более строгий, более взрослый? Он будет точно взрослый, но не сказать, что будет там, может, 1-0, 2-1. То есть, как игра пойдет, можем на первых минутах забить 5, а может всю игру быть 0-0. То есть, это уже будет зависеть от ситуации.